Доброе утро всем и всем приятного аппетита. У нас тут что-то сеткой натянули. Может, строить что будут, хотя не знаю. Этой сетки раньше не было. Мы гуляем с Чарли, тут по парку своему любимому прошли. Все равно жарко. Думала, это не жарко, а жарко. Сейчас на пляж схожу, посмотрю, что почем. Хотя мы уже проехали по пляжу. Народу все так же много. Хорошие деньги такие стоят. Ну, у нас лето до 21 сентября, поэтому, можно сказать, еще лето в полном разгаре. Как-то с этим забором уютнее, что ли, стало. Непонятно. Сейчас потом заеду за фруктами. Попиву сегодня неохота ехать куда-то пить с тапами. Пускай все разъедутся. И, не знаю, может быть, салат «Цезарь» сделаю. У меня же грудка-то есть запеченная в духовочке. Но надо заехать за фруктами. Марокканцы... У нас в Испании все закрыто. Но марокканцы работают. У них фруктовый магазин, все их открыты. Поэтому поеду. Заеду арбузика, может быть, с дынькой куплю. Пирожные всякие эти же. Конфетки, бараночки. Отложились на некоторое время. Очень хочется. Я, наверное, наркоман. По сладкому. Прям, знаете, вот сегодня позавтракала вот этим вот. Ну, вот я вам показала, да. И мне прям вот хочется чем-то закусить сладким. Я очень сладкоежка. Прям вообще я не могу. Вот. Как люди вообще, вот у меня там есть пару клиентов, говорят, ну, я сладкое вообще не люблю. Как так? Как можно не любить сладкое? Ой, вот бы мне понять. Но мне до этого не дано. Ну ладно, будем как-то огурцами замещать пирожные. Обалдеть вообще. Эх, жизнь моя, жестянка. Живу я как в болоте. Да, кстати, у нас это болото. Ладно, пошла я жиры сгонять. Смотрите, как красиво. Красота, лепота. Альмунекар, все видно. Хочу про пляжу пройтись. Народу, в принципе, не так много. Так что можно и с собакой просто нельзя по пляжу ходить. Ой, какая прохладная водичка. Какая прохладная водичка. Так пешком-пешком можно в Салабринью дойти, где я работаю. Вот он уже прям на камере, конечно, выглядит что ли далеко, на самом деле не совсем даже недалеко. Смотрите, какая вода чистая. Эх, сказала бы я прям всем, приезжайте к нам. Скажу, приезжайте к нам в следующем году. Море, море. Пойду привяжу Чарли и пойдем. Не пошла я по пляжу, очень много народу, прям вообще. Как больше к цивилизации продвигаешься, народу столько, что просто неохота. Неохота идти среди людей. Тут у нас этот отель Робинсон. Кстати, прям все лежаки заполнены, но очень много народу. Так что нормально все. Все испанцы, которые раньше ездили по заграницам, тусуются у нас. Ну и хорошо. Хоть так это работают. Может быть, что-то отработают на зиму. У них там музон играет. Мы в этом отеле Новый год отмечали. Кто не смотрел, как не отмечали, в сауне. Мы Новый год 20-й отмечали в сауне. Вот. И вот именно в этом отеле. Он нам не очень понравился. Какой-то грязный был. Так что... И повторить бы Новый год в сауне, да. Но только чтобы была чистая, почище.
Там, походу, бассейн. Дети резвятся. Никто еще никуда не уехал, походу, уезжать не собирается. Обычно зимой здесь вообще машины ни одной нету. Бассейн? Да, бассейн. Я там увидела. Это вот к домам есть бассейн. Прикольно. Я бассейны не очень люблю. Так вот мы тут кружимся. Здесь очень много полей для гольфа. Такой дом старенький. Прям старинный-старинный. И вот эти тоже, по-моему, старые дома. Такие, не знаете. Симпатичные. Видите, какие. Все в цветочках, все красиво. И пахнет очень вкусно. Смотрите, какие. Прям чисто испанские такие дома. Балконы. А это здесь квартиры продают. Инмобилиария. Агентство недвижимости. Все закрыто. В эти дома не зайдешь просто так. А там уже новые дома. У меня вот подруга жила вот где-то там. И там, представляете, кроме бассейна, есть еще сауна. И вот когда она там жила, мы к ней в пару раз в сауну ездили. Бесплатный сауна. Там что-то человек на 6, по-моему, можно было приехать. Вот мы к ней ездили в сауну. Так круто вообще. Мы там чисто по-русски отмечали и отрывались. Вот. Поэтому были времена. Взяла пол арбуза. Фруктовый магазин при мне разрезал. Там у него лежал какой-то, но он мне не особо понравился. Я говорю, разрежь, пожалуйста, другой арбуз. И он мне разрезал, и вот такой вот вкусный выглядит. По крайней мере, классно. Это вот яблоки взяла. Они по евро уже стали. Такие классные, вкусные. Ну, люди любят, знаете, люди любят красивые яблоки, чтобы они все блестели. Вот. А эти некрасивые яблоки даже бывают с червячками. Но червячок-то любит в хорошие яблоко, поэтому я взяла вот такие сливы, обычные взяла, сливы желтые. Вот так, вот что это, друзья? Что это? Я не знаю, что это такое. Я у него спросила, у продавца, говорю, что это такое? Он такой, ты что берешь? Говорит, ты не знаешь, что? Я говорю, не, а. Ну, если не будешь пробовать, то не делаешь открытие, правильно? В общем, пишите. Он мне название сказал. Ну, он по телефону разговаривал, поэтому я не поняла, что это такое, с чем его едят. Что это такое, не знаю. А, у меня есть приложение в телефоне такое одно. Сейчас попробую распознать. И одно манго взяла. Оно уже такое. Можно его, кстати, кушать. Сейчас попробую арбуз. У меня прям уже слюнки текут. Попробовать его хочется. Вот такой у меня обед. Заправила йогуртом греческим. Там салат всякий разный. Манго. И чашку кофе. Хлеб у меня закончился, поэтому будем без хлеба. Надо завтра в Лидл сходить. Или в Алди. Добавила, видите, сюда вот эту вот индейку. В общем, типа Цезарь. А-ля Цезарь. Но это не Цезарь. Всем приятного аппетита. Смотрите, какой себе смузи сделала. Манго переспелый такой, но уже не очень. Добавила лед. Кусочек мята и немного молока. Смотрите, какое пюрежечко получилось. Мужу тут жарю гамбургер, буду делать ему с картошкой фри. Вот. Такой вот у нас ресторан. Порезала картошечку. А я вот такую вкусняшку буду есть. Такой нежный получился. Я покрасилась, вышла специально на балкон, чтобы вы посмотрели, какой цвет. Мне понравился цвет. Получился. Ну, затонировала я, да? Вот, краску сейчас покажу вам. Вот такая краска. Я не знаю, где ее возможно купить, потому что меня поставщик привозит на работу. Вот. Мне нравится эта краска. Вот, поэтому, если кому интересно, я думаю, что вот Интеркосмо. Это поставщик. Ну, итальянская. Короче, кто привозит Интеркосмо, кому интересно. Ну, я думаю, что в парикмахерских магазинах
где продают профессиональные краски, и там всякие шампуни можно найти. Вообще классно получился цвет такой. У меня, знаете, очень сильно желтый пигмент, и чтобы от него избавиться, нужно выжигать волос очень сильно. То есть, несмотря, вы знаете, вот мой опыт, вывести желтизну из волос не сильно влияет. Влияет, конечно, но не особо влияет на достижение белого цвета. То есть, чтобы достичь... Я блондинка, да? Но чтобы достичь вот идеально белого цвета, это практически невозможно, потому что в моих волосах очень силен желтый пигмент. И вот я его выжигаю, волос как солома. Но так как я его стригу, мне как бы по барабану. Раньше я не... Когда я не стриглась, и был длинный волос, там я за ним ухаживала, не красила, ничего. Вот. Но мне все равно мой волос не нравился, потому что, знаете, когда... Сейчас вроде бы волос много. Как только начинает отрастать, он становится ломким, сухой, во-первых, очень сильно. Волнистый. А волнистый волос — это почти всегда сухой волос. В общем, это был кошмар на улице Вязов. И он... Я не могла отрастить, потому что он ломался. И ломался, где ему хотелось. У меня вот такая косичка тоненькая была. Зато сейчас меня стригут и говорят: ой, сколько у тебя волос. Я говорю: да, много, вот тут. А как начинает отрастать, все это невозможно. И поэтому я 18 лет отстригла волос. Потом приехала в Испанию. Тут типа мне испанские мужчины любят длинный волос. Моему мужу тоже нравился длинный волос. Я типа отращивала. А потом после 10 лет или больше, наверное... брака, думаю, да ну нафиг, уже не до волос, и уже и того, говорю, отстригу, и все. Ну, в общем, все. Я уже рассказывала это неоднократно, но новеньким еще расскажу. Кстати, вы по все подписаны или нет? Не забывайте подписываться. Вот такая вот красота. Вот такая вот там. Кто там кричит? Кто там у нас кричит? Чучи, вот чё ты возникаешь? Не поет он еще, не поет, не хочет петь. Соловей мой, соловей. Ну, может, зимой запоет. Да. Ладно, пошла я дальше смотреть сериал и потом смывать масочку. На самом деле намного темнее. Смотрите, у нас какой рассвет. Закат розовый. Но вам этого не увидеть. Хотя вот там город розовее. Кто-то так травку курит. Наверное, вот там кто-то. Что я уже сама обалдеваю. Ой, вот там облачно, смотрите, как. Там дождь, а там солнце. Ну, как интересно. В общем, там, наверное, травку курит. А мне сюда переходят все запахи. Я обалдеваю. Вчера полночи гавкали вот эти вот там собаки, две штуки. И они всю ночь гавкали. Это вообще какой-то был кошмар. Уже даже кто-то на балкон выходил и вот так вот... А, вон там тоже ходит, купается. Это у нас... Нет, это какой-то другой ребенок орет. Плачет. Фу, блин, ну кто же так курит-то? Может, сосед? Он у нас молодой. Ну, вернее, это пара. А, так вот они идут, соседи. Кстати, нет, сосед. Сосед не курит. Тихо. Ему пару месяцев, ребеночку маленькому. Вот так вот у нас за стенкой, вот он плачет ночами. Но я уже, знаете, привыкла. Ну, просыпается раза три, наверное. Покушать. Ой, ладно. Я что вышла-то? Попрощаться с вами. Увидимся с вами завтра. В общем, завтра все увидите, все узнаете, все самое лучшее. Всем пока-пока.